непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Привет, друзья мои. Идем с Сашкой и мам погулять. Посмотрим, куда пойдем. Не знаю, все покажу вам. Сегодня воскресенье, отличная погода. Решила отдохнуть от всех своих дел, чтобы голова отдыхала. У нас настоящее лето не заканчивается. Шикарная погода, шикарная. Где моя шкаф на улице, там ждет меня. Надеюсь, что я не замерзла. Дули, не забыть. Соседи ж смотрят. Идем с Сашкой вам гулять. Воскресенье. Ашка, не реги ты ее разбить. Марина. Не я пойду с Мариной. Топлатарыз. Marina'da yüzeriz biraz. Погуляем. Yat alırız. Yatlar полежим. Yatacağız. Yat var, yat. На этот, на... Лучше, ой, на яхте. Sonra? Sonra kahve içeriz. Кофе выпьем. Sonra? Burada işte alışveriş bakarız. Kışımıza girerse alışveriş yaparız. Там же есть брендовый магазин, вот пойдем туда. Что купим, покажем вам. Все покажем. С Сашкой зашли в брендовый магазин, который я всегда обходила стороной, потому что такой он дорогой. Сейчас там я зашла, и никого не было, кроме меня и трех продавцов. Они за мной шли. Я выбрала себе такую блузку, но там более-менее такой, мне же надо непрозрачно. Очень красивые фасоны. Называется один, вон там находится возле Мерси, форума. Черная блузка, 42 размер, большая была на мне, какая обалденная, очень красивая. Там же привозят продукция из Германии, Италии, очень хороший магазин, не подошло мне. Много чего хорошего, но не подошло. Конечно, новый сезон очень дорого, но я пойду, когда будут скидки. 1400 костюмы. Я пойду, когда буду ждать, когда будут скидки, мои хорошие. Сейчас вот пришли в Марину. Видите, Марину? Марина. Мы должны проходить всегда, когда заходишь в Марину. Какие красавицы девушки пошли. Сегодня воскресенье. Идем мы с Сашкой по магазинам, посмотрим. О, чуть-чуть. Города Гермедеем. 10% скидка. Этот музыкант, помните, я вам показывала? Играет. Бен города Алдинсона. Чуздор. Паши бахче давай. Пады твиста гелиджес. Твист. Посмотрим, что здесь в твисте. Купила себе блузочку в твисте. Паши Бахчачук. Очень красивый магазин. Для дома все. Ашкин покупает в этом магазине. Расплачивается. Я вышла сюда. Устала бы бегать с ним. Такая коляска классная. Пустовато здесь, не так много людей. Burada da güzel mağaza. Многие закрыты. Mağazalardan ziyade deniz olaydı. А вот мой любимый магазин İpek Yol. Зайдем сейчас сюда. Посмотрите, как красиво. Марина сегодня.
Ашкам держит меня за руку, чтобы я не упала. Как маска надоела, ужас. Быктыо маска. Посмотрите, как красиво. 6 часов вечера. Красота. Яхт-клуб. Покататься бы на такой яхточке, да? Ой, как классно! Посмотрите, как переполнено все. Воскресенье. Все здесь. Луна. Туристы. Здесь можно встретить туристов. Красиво. Вечерняя марина. Сколько раз я вам показывала марину, да? Снимаю вам днем, а то всегда ночью. Красота, так, не так ли? Кафешки рядом. Посмотрите, какие красивые лошадочки. Иго-го, иго-го. Светлана с ума сошла. Светлана проголодалась. Сейчас мы идем со Шкымом в наш полюбившийся ресторан. А здесь что, посмотрите, столько молодежи играет, пикник. Вот здесь вот они останавливают машину. Когда у нас будет машина, мы будем со Шкымом ездить, тоже пикник делать. Незаман бездеда марабалачак бездеда буле япаджас. Култук ларгетюри джес, емеки джес. Мечты сбываются, не так ли, друзья мои? У меня 10 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное, мои хорошие. Мы идем с Ашкебом отмечать это событие. Ашкеб, без нее, белюсун, он бин, абонеликвар, уюзден сен бини я давит этин ресторана. А, сюрприз вана дает ты. Я по Джаксу. А, ты шекурли. Йо-йо, düşeceğim ben йо-йо. Люблю вас, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Тама. Вслед за мной пришла невестушка с женихом. Не невестушка, видно, обручение у нее, Мишан. Стесняется. Красивое место, не так ли? Чебук олса элинде? Столько отдыхающих людей. Завтра набираются, на завтрашний день набираются силы. Узак мой гитмек. Идем, идем. Голодные проголодались, а дома голубцы. Эвде дома варбис гидьорбис. И это Фенербахча, Мейдан, площадь. Когда побеждает команда футбольная. Аблями чекебилесин да. Аблер. Парда аблем надо.
Вот тогда все фанаты приходят на эту площадь. Салюты, малюты. Вот такая вот площадь. Но это меньше. Галатасарай намного больше. Ашкему предлагаю пойти в суши-ресторан, но он не хочет. Он предпочитает свою турецкую пищу, суша. Есть версу суши. Что дузель лезет блядь? Ашкитон. Машин, столько машин свистят. Ну, Ашка, я первая. Ой. Я свистеть умею. Кто-то занимается спортом. Как же это не заснять? Кошка и собака, их отношения, как строятся? Мне кажется, никак. Кошки не дают себе дать в обиду. Знаете, я вчера по телевизору видела, как мужчина с щенком шел, на него кошка напала. Посмотрите. А? Вы видите? Кошки здесь как тигры. А? Она и как? Коркуйор боится. Пугает и боится. Аслан Гибео душен Йоркенгиме. Вот такие вот дела. Как же красиво гулять по кронами таких деревьев. Ну это я подумала сначала, это лавровый лист, потому что лаврушка. Как вы думаете? Красиво, не так ли? Как отдыхают турки? Вот так отдыхают турки. Так мы с Ашкемом устали, что решили прийти в наш ресторан, где мы были с Натальей. Просто туда невозможно было дойти. Посмотрите, сколько шариков, баллончиков продают. Я не знаю, что заказала Шкейм. Покажу вам, мои хорошие. Тут рыбный ресторан, рыбку тоже можно поесть. Какой горячий хлебушек делают. Сейчас посмотрим, что принесут. Чикёфты по-турецки, чипсы. Проголодались мы как собаки. В этот салат добавили семизоты. Ашкенбен атыму семизоты. Попробуем. Смотрите, что нам принесли. Ну, в каждом ресторане по-разному. Грибы. Мантарвар выворда. Мясо. Приятного нам аппетита. Празднуем 10 тысяч подписчиков с Ашкемом. Друзья мои, посмотрите, что в подарок приносят, пока мы ждем, допустим, еду. Ну, они нам принесли, я говорю, а почему нам не принесли? И вот нам принесли маленькое лахманджун и там испанак либори. Поели мы с Ашкемом, нам принесли фрукты. И халву такую я делала как-то, но я не знаю, вкусно или нет. Будем пробовать, мои хорошие. Тут идет футбольный матч, все смотрят. Так хорошо сидеть в конце октября на улице и ужинать, отдыхать воскресный вечер, потому что понедельник начинается, завтра будет очень насыщенно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.